Итак, мои часовые отверточки что-то совсем в негодность пришли, так что прошу за прощение за кощунство, но вскрывать будем ножичком. С тонким кончиком как раз самое надо. Итак, нам надо открутить 4 винтика. Винтики видны, сейчас как-нибудь покажем. Вот. Раз, два, три, четыре. 4 винтика. Вот их мы сейчас будем откручивать. Конечно, ножик не так удобно, но откручивает хорошо, потому что винтики мелкие, а обычно отвертка не берет. И часовые чуть не прокручиваться начали все. Вот, ну ладно, это 10-10. Главное, чтобы болтик не упал внутрь корпуса. Немножечко магнитная отверточка. Так, винтик номер раз. Ну, как обычно, не забываем, откуда мы все это дело вытаскивали, чтобы потом обратно собрать, как оно было. У меня сверху стоит лампа 100-ваттная, которая очень ощутимо греет руку, поэтому достаточно неудобно. Так, аккуратно. Так, винтик номер 2. Конечно, было бы правильнее, чтобы фирма Toshiba, или Toshiba, как вы правильно, выпустила нормальную прошивку, но мы их уже столько просили, а от них один ответ: идите на хрен. Вот, так что мы не можем ждать милости от Toshiba, взять их у нее наша задача, потому что камера, ну, правда, снимает клево. Еще один косяк, это известная проблема, это щелчки моторчика при съемке, особенно в тишине, когда снимаешь, очень слышно. Это тоже решаемо, я это пока не делал, но, возможно, попробуем сделать и это тоже на Google.ru. У меня комментаторы данную операцию проделали и рапортуют, что очень сильно снизили шумы. Хотя если у нас фокусировка будет отключаемая, то соответственно шумов и так будет меньше. Так, промежуточный результат, да? Ну, все равно не видно, ладно. Остался один винтик. А тут, когда будете разбирать, все-таки озаботьтесь наличие нормальных отверток. Потому что ножом это весело. А мне удобнее. Так, вот, я снимаю последний винтик и уже наблюдаю, как это кольцо отваливаться начинает. Чего мы, собственно, и хотели. Так, аккуратно. Нет. Так, последний винт. Так, теперь, опля. Ура, мы сняли кольцо. Так, не уверен, что он пролезет, но попробовать можно. А, ну конечно, пролезет, надо снимать вспышечку, да? Вспышечка у нас на... А, вспышечка на скотче, поэтому можно ее прекрасно отлепить. Так.
достаточно сопливо все сделано, но держится. Так, скотч отрываем. Так, вот мы отсоединили внешнее кольцо, сняли нашу блестящую крышечку. Так, проводки не оторвали. Так, на этом, кстати, объективчик можно почистить, но лучше тряпочкой. Вот, вот так вот будет выглядеть к этому этапу наша камера. Ну, так, рекорд.